Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов Жан-Леон Жиру. «Дуэль после маскарада». 1859 год. Холст масла 39/56. Жан-Леон Жиру представляет академическую традицию живописи, еще при его жизни осужденную за слащавость и излишнюю идеализацию образа. Мастер писал сентиментальные пейзажи, а также полотна на античные и исторические темы. Некоторые картины признавались удачными, ну, как, например, эта «Дуэль после маскарада». В нежном колорите таинственно-мистически показан Булонский лес, овеянный предрассветным туманом. Особому эффекту вторит и драматическая выразительность позы Пьеро, который умирает на руках герцога де Гиза. Венецианский дож рассматривает его рану, в то время как Домино в отчаянии и ужасе хватается за голову. В правой части работы американский индеец удаляется в сопровождении Арлекино. Произведение Жирума современники критиковали за фальшивую стилизацию и внешнюю холодность. Однако, несмотря на театральное исполнение, художнику удается посредством элегантной манеры передать острый психологизм современной ему проблемы. Мастер представляет зрителю философские рассуждения о том, что игра может иметь трагическую развязку. Здесь также подтекст о шаткости человеческого бытия и коварности судьбы. Ну вот такое описание к работе «Дуэль после маскарада» Жан-Леон Жиром. 1859 год. Я нашел в интернете текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока. До свидания.